Завтра в Тирасполе зажгут новогоднюю елку. Будет праздничный концерт. Выступят вокальный коллектив «Фортуна», солист Константин Хмелевский, ансамбль народной музыки и танца «Ватра» и не только. Исполнит песни «Снег кружится», «С Новым годом столица», «Три белых коня» и другие. Будет и новогодняя ярмарка. Елку зажгут Дед Мороз и Снегурочка. Начало в 18:00. Всех ждут новогодний флешмоб, встреча Дед Мороза и Снегурочки в сопровождении 50 гномов, которые будут следовать от центрального фонтана к сцене. Также тематический концерт, подарки и много сюрпризов. Естественно, все должны увидеть наш новый наряд елки, да, новое освещение. Завтра во время праздника перекроют движение от Верховного Совета до фонтана с 17 часов до 10 вечера. По площади Суворова нельзя будет проехать, а с 6 утра в центре нельзя будет парковать машины, пока не закончится праздник, сообщают в ГАИ. После концерта сцену уберут, ее место займут новогодние рождественские инсталляции.